раз, пока она не пришла, пойду мясо еще возьму себе пожрать. Она уже идет. А у тебя есть что-нибудь пожрать? Мы же только что съели этих. Кого? Этого. Большого. Я себе поесть. У меня жареного нет. Блять, где ворота? Сука. Я потерялся. Есть пару мяса? Мясо? Да, пару. Угу, спасибо. Ладно. Что он тут не может? Чё? А он вообще упал. Да ты через ворота, через большие прям иди, я там очистил. Он просто... вообще в эту не свалился. В реку. Ну, в реке мы вот тут прям рядом с ней. Я знаю. Вытащить отсюда надо. В принципе, можно взять тех рексов, которые у нас есть, всех этих, как он называется, рапторов, и пойти на кучу, попробовать ее захерачить на левую. Получится у нас, не получится, не знаю. Так-то можно попробовать. Конечно, она отдаст люлей. Раптор. Хотя лучше давай тогда... разведем еще парочку, чтобы не обидно было, если сдохнут. А и не пусть. Я еще тут. Не, надо еще пару рексов тогда развести, чтобы они на базе стояли. И тут, блин, слышите, всех потеряем и все. Так, я его... надо, наверное, повыше зайти. Я его где-то видел вот ближе к болотам, этого Карна, но на нашем острове, не острове, так сказать, на нашей горе. Где до хрена вот птиц бегало? Ну как мы летели, короче, с Мишей с тобой в прошлый раз. А Рекс, который, про которого я говорил вчера, ты рядом с ним упал, это Альфач был. Блять. Кого-то раздавил. Я ни хрена не вижу. Блять, маленькие уроды стали. А есть у кого-нибудь фонарик? Плане такой, как он называется, факел есть, как видишь. Ты его прицепила на тигра? Нет. А чё это? Я его прицепила на рекса, но рекс, видимо, по воде походил и факел снялся. Сейчас, кстати, прицеплю. Плохо, что прямо у него в инвентаре нельзя, только у себя. Короче, опять кого-то раздавил. Ой. Еще кого-то. Ну, тут эти муравьи бегают. Троодон или кто-то бежит. Это мастакс. Короче, ночью, мне кажется, больше шансов его увидеть, но он где-то должен. Прям недалеко вот здесь вот от нашего лагеря. Недалеко, я тут альфа-раптора видел. Вот здесь альфа-карна. Вон он, слева. Нашел. Опять дерево. Дай, подожди, я станкану, что ли? Куда ты бежишь-то? Миш, ты догоняешь там? Ну, я-то догоняю. Существа, подожди. Я жду. А он не агрится на меня. Чоппер вот пришел, а эти... Он на тираннозавра не агрится. Эй, он их попросил. Все, можно драться. Иду. Стой, стой, стой. Что говори? Блять, я в рексе застрял. Там, короче, а
чё? Кто убивал? У меня эти два арбалета опять дали и топор этот, как его, господи, синий. А чё мой лев уровни не получил? Алло? Дядя. А нас много слишком петов, он делится. Надо меньше было брать просто. Я не знаю, зачем ты льва взяла. Я хочу его покачать. Давайте всех тогда жрать. Вот тут где-то в болоте ходит этот. Пираньи, кстати, идут. В болоте ходит этот. Альфа-Рекс. Где-то вот в той стороне, куда я иду. Сейчас будем его искать. Опять. Пираньи. А меня кабрабу. Пускает уже второй. В смысле, тебя с этого, с маунта сняли? Ну, с маунта, с этого скидывал. Он большого левел был? Не знаю, я не знаю. Абрикосик слишком быстро попрошит. Короче, если я не прошел... Вроде я не прошел. Он должен быть впереди. Ну, смотрите по сторонам. Скорее всего, ближе. Справа он тут обнаружен. Ну, прямо вот. Это здесь. Вот он. А, нет, это по рации. Вот он, впереди. От вы этот выньку от лекаря. Куда вы? Не бегите туда, они мешают. Я застрял. Ты где? Он за вами побежал, я иду. Пошел бобро. Две катки. А, не, он не бежит, он бегает просто тут. Готов? Готовы? Нет, нет. Не, он пока бежит. Чем сейчас ты ее чекал? Я ничего не чекал, Соня меня сюда выкинула. Зачем? Я ничего не чекал, я убил спинку, не знаю. Так вы готовы, нет? Нет. Да. А там что, это не наши разве бегают? Наши, иди быстрее, пока они не поубивали этих бобров. У меня он не агрится. Сейчас я начал... Я бью, видишь? Блять, а как? Вот так, потому что мы делаем это ебучее бодие. Сука, 59-го левела, я их хуй теперь найду. Жирный. Давай процели за это, за компанию. Что-то вы его убили, что ли? Раптор. Сейчас. Надо было агрессию поставить, сразу все. Ты что-нибудь сделал? Твой рядом с тобой били или где? Я что-то не... А где ты есть вообще? Проверять катки пошел. И эти с тобой пошли. Привязан. Как восьмая пиранья могла убить Бразуха. Он же не дерется у тебя. Меня выкинуло. По воде я летел. Это убили. Я улетел, а существа нет. Вот вроде с тобой стоит. Так и раптор твой не дерется. Вот он рядом с тобой вроде. Проверил? Что тут? Сментная паста. Жемчуга мало. Тут он хотя бы есть. Ну, он бежит, бобер. А, так он еще живой. Так не бейте его всех на пассив. Я не бью.
Три на пассиве, два их даже. Надо за этими идти, за аргентами. Капразуха можно было бы взять бы их уже. Так, я успел свистнуть пассивно. Ну уходи оттуда, уводи всех. Да зачем? Вон, садись на лазавр, он тебя стукнуть не сможет. Че он сможет? Не сможет тебя стукнуть. Вон, видишь, они рядом со мной стоят. Ну все, они на меня оба загрелись, походу. Так, где дом? Они убегают уже. Один убежал в болото, второй вроде вот бегает. Блин, капразух, жалко 59-го, теперь опять искать. Тебе бегут, Миш. Не, они не дерутся. Просто бегают. Ну, они вокруг, они меня стукнуть не могут. Я же на Тирекса, а на Тирекса никто не агрится. Они же сделали сейчас, перепрошили мобов. Ах ты, блядь. Ты на этого сядь. На Алазавра, он не сможет тебя бить. Этого тоже на пассив поставь всего, и все. Миша, так пойдем со мной, ты второго аргента возьмешь, чтобы мне два раза... Так ты двоих бери, да и все. Двоих бери, да и все, и виси. Ой, у меня же две пиявки, наверное, нафига тебе, правда, их столько много? Кого? Да этих. Ой. В каждой похатке вероятность того, что каждый построит, выше, чем... Это чё ж, а я еще хотел его в пещеру взять, там бы его тоже пиранья будет. Восьмого левела пиранья, да как, блять, она могла закрыть, сука? Слабый его, Макс. Казухи слабые. Да это понятно, 600 этих хп все-таки есть. Возле меня два хп. Тогда это, нужен бобер большой, чтобы я на нем смог там плавать. Я тебе говорю, давай я сведу тебе бобра. Давай большого. Покачаем его, походим. Нормально. Я тебе сведу самых больших, которые у меня есть. Плюс да, ничего. Миш, убей парацерия. Раз будет опыт. Ладно, я отойду сейчас. Минуту пока. Либо болото вообще в этом плане. Что-то они... А, вот, вроде рядом со мной бегают. Улитку можно еще одну взять, кстати.